Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ по праву можно назвать легендарным учебным заведением. Неудивительно, что одна из самых успешных и передовых IT-компаний России Mail.ru Group выбрала именно этот вуз для создания проекта «Техноатом». МИФИ в масштабах России и мира занимает очень достойное место. В России он входит в топ-5 вузов по подготовке технических специалистов. «Техноатом» — не просто дополнительные курсы по программированию. Это полноценное семестровое обучение, где преподавателями являются ведущие IT-специалисты Mail.ru Group. Педагоги общаются с студентами скорее в неформальной форме, как наставники. В институте дают много знаний, но они, как правило, теоретические и практики не хватает. «Техноатом» восполняет этот пробел. Мы изучаем не только язык программирования, а также огромное количество дополнительных смежных сервисов, без которых в промышленном программировании выжить невозможно. Здесь студенты получают бесплатный доступ к бесценным знаниям, которые могут применять на практике уже сегодня. Проект бесплатный, потому что для нас, как для компании, это великая миссия – развивать сферу IT, развивать рынок IT, пополнять ее новыми профессионалами. Очень хорошие навыки, во-первых, коммуникации с другими программистами. У нас был GitHub, и мы обменивались кодом, какими-то личными вопросами, сложностями, которые возникали в ходе работы. Занятия в «Техноатоме» проходят вечером. Как бы идеальное время, когда ты приезжаешь с работы, если ты работаешь днем. За первый год работы «Техноатом» стал для студентов МИФИ неким гарантом успешного трудоустройства. Обучение в «Техноатоме» прошло более 100 человек. Многие из них нашли потом место работы, трудоустроились. Некоторые из них трудоустроились в компанию Mail. Возможность абсолютно спокойно проходить собеседования и различные стажировки, так как уже имеется какой-то основной багаж знаний. Пожелается, конечно же, чтобы этот проект процветал, продолжался, все больше и больше количество курсов и учеников было в этом проекте. Хочу пожелать, чтобы история продолжалась, чтобы ребята приходили достойные, компетентные. Если мы начинали только с 4 дисциплин, сейчас дополнилось еще 2. И, конечно же, на следующий семестр мы будем дополнять и преподавателей, и дисциплины.